Всем привет, с вами Артур. И сегодня у меня в ремонте Hyundai. Небольшой ремонт заднего крыла. Разбираю. Итак, разобрал заднюю часть. Ремонтировать буду при помощи споттера. Итак, поврежденное место зачищено от краски. И первым делом я вытяну нижний кант. Теперь в нижней части крыла выталкиваю ямы домкратом. Дальше использую споттер.
Так, работа с металлом заднего крыла закончена. Позже подкрою ее грунтом. Ну а сейчас подлечу немного бампер. Теперь этот бампер и остальные части я установлю. Ну и на этом кадре работа моя закончена. На сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!